А вы сами-то водку не пьете? Нет. Не пьете? Мы сами не пьем. А куда вам столько рябины? Наломали рябины в лесу. Мы хотим, чтобы другим было удовольствие. Потому что ну вот кулинарные способности, кулинарное творчество, закормим не душим. И если родненький папочка не хотел приготовить рябиновую водку, пусть готовит, дай ему Бог здоровья. Но он все равно ее не пьет. Она у него стоит. А кто-нибудь выпьет и будет тому радость. А может, он просто приготовит, и ему будет радость. Ну, должно же что-то быть жизни радость. Пусть будет. Она горькая. Ей даже стеклоомыватель не берет. Муж про это я не знаю. Попросил меня папочка привезти рябинку. Пусть будет. А горькая она или сладкая? Да, немало вы обломали. Немало. Это ты ее, между прочим, с корнями из земли выкорчевывал. А я только... Не выкорчевывал, я на нее только навалил. Как медведь. Можно в лесу собирать как грибы. Молился на бедненькую тоненькую рябинку, только трус по всему лесу пошел. Ага, я еще и типа и это, да? Уж не пионер всем детям пример, это точно. Угу. Как папочке рябину наломать, так давайте наваливайтесь. Мне еще на морду сколько в лобешник пару штук я поймал. На грудь целых две этих песточки. А ты сосредоточься, может, сейчас на тебя какое-нибудь озарение снизойдет. Кто? Озарение, говорю, снизойдет на тебя какое-нибудь. У них охрана тут вот все сечет. Мы были от нее далеко, она сечет в сторону стоянки, а мы в другую сторону. Ну вот она, видите, вот я ее чуть-чуть наклонил, вот она. И теперь, видите, вот ей не разогнуться. Она теперь засохла, понимаешь, все. Вот ну, и... дерева нет, дерева. И ты посмотри, это рябинка лесбиянка, ты видишь? Она же вот должна же к дубу, а она к осинке, понимаешь? Вот тонкая рябина, понимаешь, и с его листвою день и ночь, а это к осинке вот. Вот тебе все не дал, да. Это Костя Симун, разорванное кольцо. Нет, это ЛГБТ растительность. А, вот так, да? Да. Ну, это вы это. На тех союзах должна взойти радуга. Где? Где? На тех союзах, говорю, радуга должна взойти. Нет. Почему? Потому что это символ ЛГБТ. Яшенька, ну что ты такой неграмотный? Не, откуда ж я знаю все ваши прихватки ЛГБТ-шные, ГБ-шные, какие-то там. У меня вообще никаких, я совершенно... Радуга там она должна взойти, или там это... Сережка не с той стороны висит. Вас не поймешь, подойдешь, а потом черт знает что, вообще вляпаешься. Это рябина уже как бы не отделаешься. Ну ты ж ничего не вляпался такой. Только рябину вот уничтожил, с корнями выворотил, а так вроде ничего пока еще у тебя закона не сделал. Предъяву папаше все равно придется сделать. Как хочет, пусть все равно. Ой, осторожно, там сзади машина. Мы же в лесу, тут машины ездят, понимаешь? Эх, мама, красота, понимаешь? Воздух.